Вот для вас нарисована картина, дарю вам вот от нас, у осужденных, ИК-2. Каждый коктейль имеет свой образ жизни, да, в зависимости от трудоемкости. Время походит с одной на картин 10 дней, 5 дней, 15 дней, месяц, 2 месяца обходится, в зависимости от трудоемкости, в зависимости от самой картины. Сейчас я хочу нарисовать вот облака, потом создам сам. Здесь будет мне речка, вот речка, водопад. Здесь будет красивое дубовое дерево, из картины Шишкина, там дерево мне нравится сильно. Всесоюзного художника, очень талантливого художника, известного, популярного. Мне его картина больше нравится, чем Пикассо. Пикассо тоже мне нравится, Пабло Пикассо, но там у него фантазии слишком разные. Мы не успеваем его уследить, его момент ему хватит. Слишком развитый он художник, то есть мирный художник он. Но до него еще нам еще далеко. Живые пейзажи. Вот у нас много очень работы. Много очень картин нарисовано мною, много картин находится в больнице. Вот. В больнице у нас находится 10 картин, по поликлинику 5 картин. Вот. И столовую тоже 4 картины. Детский дом, который вот мной, детский дом, где дом сирот, нарисован вот картину от нас, подарок. Вот мы вот. В дальнейшем тоже будем выполнять такие же функции работы. Вот. И мне нравится рисовать пейзажи, природу побольше, теплые. Вот. И приятные духовные цвета, яркие цвета, вот, и насыщенные цвета. Вот. Но я в дальнейшем тоже вот собираюсь работать, вот, буду выполнять с поддержкой нашего вышестоящего руководителя. Они мне дали все полномочия и помещения, и удобства создали, чтобы провести такие виды работы. Есть такая русская пословица: от тюрьмы, от сумы не заикайся. Я никогда не думал, что я окажусь в тюрьме. Это, никто не застрахован жизни, вот завтра что будет. Это все предопределение Всевышнего Аллаха. Я заслуженный строитель Дагестана, почетный строитель Российской Федерации. И кандидат технических наук по обучению методики теории производства, учреждения, организации, заводы, фабрики, наладка новой системы. И я осужденный Кельбиханов Магомед Керим Азизович. Здесь вот, с маленьких лет я рисую, правда, с картины. Вот у меня желание к всему было, творчеству. И вот благодаря служба армии мне больше получил шанс выполнять такие функции работы, там, например, наглядные стены, плакаты, вывески, таблички. Служила дивизии, в самом штабе, клубе. Там грандиозные работы приходилось мне выполнять, очень грандиозные. И показали себе с хорошей стороны, там выполнил все, служил, приехал и поступил на работу в Махачкалинский спирательный завод. И объединение «Дагражданстрой», «Трест», «Горемстрой». Это очень огромные, крупные организации, которые я работал в парткоме профсоюзным художником. Выполнял все виды работы, очень сложные работы приходилось выполнять. После того я стал уже выполнять это сами, оформлять частные дома, короче, рестораны, спортзалы, детские сады, школы, больницы. В заводе приходилось
приглашал меня, у нас был бригада там 20 человек. Потом я создал союз, советский распад, я создал кооператив свой, строительный ремонтный кооператив. Создал, и там мне при кооперативе, при ремонте, строили большие дома, многоэтажные, частные дома на Улаке строил, много домов я построил очень. Открыл свой столярный, художественный, сварочный цеха, открыл, правду сказал, начал выполнять работу. Потом мне пригласили в политехнический университет. Прорабом там работал я, показал себе с хорошей стороны, там мне хорошие отзывы они с этого с работы. Потом мне пригласил наш покойный шейх Ибрагим Шпид университет. Вот у нас такие сложные работы, некому выполнять. Ты способен, ты можешь. Действительно, я смог там, показал себя с хорошей стороны. И там я и поступил у них на защиту как кандидата. Там поступили, в 2002 году поступили. Ну, как я не смог завершить, правда, когда сюда и попал, вот там сразу не бывает, там сроки бывают, там определенные, да. Вот, вот так, вот, оттуда я поступил в таможенное управление, порту я строил корпуса, как специалист, показал себе хорошую сторону, завершил за течение года все объекты, мне пригласили, как его, запущенные объекты Дома управления города Махачкале. Главным инженером. Я показал с хорошей стороны себе. Взял две работы и узнал про меня, пригласил меня Дагмединститет. Дагмединститет пригласил меня ведущим инженером, пригласили меня. Там у них действительно был бардак, извините за выражение, там было не так уже сформулировано, как положено. Я наладил систему, показал себе хорошей стороны. Мне назначили начальника МИРСУ. Там тоже показал хорошие стороны. Мне пригласили администрацию работать. Приняли новые дома, короче, при Министерстве строительства я начал принимать. И работал я одновременно, непосредственно касающимся своей постоянной работы, работал экспертом, оценщиком защиты потребителей, фонд населения, фонд защиты оказания помощи населению. И при Министерство строительства приходилось мне участвовать, принимать ветхие дома, большие дома на эксплуатацию жилья. Я как специалист, я выводил разницу, нарушения, никому не понравился. Короче, не понравилось, что я так работаю. Я как коммунист работал, что сказать, правда, как коммунист. И всем многим нравится, как я работаю. Вот картинка, которую я рисовал, я душой все сделал. Все, смотри, в одном... Вот в одном, здесь сколько цветов? Вот камни, да? В камнях уже 7 цветов. Вот здесь тоже 7 цветов. Представь себе, эксперт, если пригласить посчитать, здесь несколько цветов. Это гигантский, огромный труд. Обратите внимание, на камнях, на каждом камне есть какое-то значение. Вот смотри, человеческий образ. Я не имею права рисовать, как это. Ну, смотри, вот, да, отсюда, посмотри, пожалуйста. Вот, возьми камень, да, подобие. Да, как бачишь, он разговаривает. Вот вода разговаривает с этим. Вот с камнями разговаривать, падает вода, вот с собой они общаются вот так. Я себе до сих пор вот, не могу привыкнуть, вот, и не считаю себя преступником. И в голову не приходит. Я иду таким образом, как идет раньше. Вот, пишу, работаю, отвлекаю себе, стараюсь развиваться. Вот. Те, которые я рисую картины, не продаются. Я выполняю работу с душой. И чтобы подарить человеку, чтобы он тоже радовался, жил, смотря на эту картину. Для этого цели я рисую и дарю картину. У меня нет таких как впечатлений, в мыслях даже нет у меня плана, чтобы рисовать, продавать, на этом заработать, жить дальше. Поэтому я вот рожденный человеком, мне Всевышний Аллах дал дар, чтобы рисовать, подарить людям картины. Вот. Моя самая главная мечта – освободиться. Быть дома. Надеюсь, это скоро случится.